Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Любимая собака загорает. Вот ты все гладится хочешь, да, чтобы тебя гладили. Красота моя большая. Счастливая, хвостом машет, да, скажи, где ты, козел, пропадал столько? Да? Где ты был, скажи? Клеопатра балдеет на пляже, Клеопатра. Немножко заката на экшен Соньку новую. Закат на Клеопатре. До этого мы наблюдали закат, который там был, за той горой, все время из района оба. Клеопатра там общается с детишками, которые ее покормили, и на меня смотрит сюда. Здесь сейчас очень много людей на детских этих всех площадочках. И местных, и наших, живущих здесь. Всех сейчас полно. С Клеопатрой даже расставаться тяжело. Столько ее не видел. Лежит там сейчас на песочке. Все подходят, ее гладят. Ты знаешь, что она добрая. Давайте пару минуток пройдемся по площадке. Еще вот новый пес тут появился. В том году его не было. Молодчий-то он с мячиком. И уже начинаются сумерки уже. Солнце зашло, минут 20 прошло, и сразу уже начинает чуть-чуть зеленеть. Молодь шустрого, но догнать не может. Дразнит, дразнит его. Смотрим, фонтаны, может, засветились. И фонтаны что-то не работают, ни света, ни воды, что-то фонтаны не включают, не знаю почему. Ну, ничего. Нет, хочу.
очень много людей. Наверное, прежде всего за счет местных, потому что праздники местные, если повыходили, тоже. Все-таки местных, конечно, больше, чем туристов, я думаю. Смотри, с пляжа ушла она здесь. Ты что, меня ищешь, Кладежа, красавица моя? Блин, как вот тебя оставить здесь, а? Даже не хочется от тебя уходить. Владелица, царица пляжа Клеопатра. А? Обычно она вот тут вот возле Клеопатры всегда лежит, а я же ее назвал Клеопатрой. За то, что она возле Клеопатры. Да, моя хорошая, самая лучшая собака, да? Просто боюсь, а то не бывало такое, что я до остановки дохожу, и они меня... Ну, или кто-то из них, или несколько, тут невозможно просто оторваться, они меня провожают, идут за мной, и все, вот часто у меня такое было, поэтому я как бы ухожу тихонечко, чтобы она не видела. Но она, вот я пошел, она была на пляже, сейчас тоже пришла сюда, возможно, меня и ищет. Поэтому мне сейчас надо замести следы так потихонечку, чтобы она не видела, что я ухожу. Не топчи цветы, выходи оттуда, Клеопатрочка. Подруга дней моих суровых. Как давно мы с тобой уже знакомы, да? Год уже, как минимум, наверное. Не виделись 8 месяцев, а знакомы год где-то. Красавица. Зеваешь, а чем ты ночью занимаешься? Чё ты сонная? Царица до этих мест. Сейчас незаметненько надо оторваться от нее, иначе потом будет идти до остановки. Да? Обходит свои владения. Где же наши друзья Клеопатра? Где остальная банда наша? Надеюсь, их тоже увижу на днях. Все, падай давай, я буду незаметно уходить. Ложись, отдыхай. Зеваешь? Ложись, отдыхай. Людей просто валом. Чем ближе к вечеру, тем больше людей. Хотя сейчас и в центре, наверное, полно людей. Там возле башни, на набережной, где салют будет. Надеюсь, вам понравилась эта прогулка сегодня. Не знаю, сколько частей. Может быть, 3, может быть, даже 4 части. Вообще без понятия даже, сколько я наснимал. Все мне, конечно, интересно. Самому интересно посмотреть, особенно, что на новую камеру снято. И котика вот такие вот красивые можете здесь купить. Очень много всего красивого. Потом еще пройду, поснимаю. Это все очень красивые поделки, картины. Котики как живые. Так, включили, друзья, фонтаны. Время около 7 часов. Не хочется уходить из этого райского места. Сейчас пройдемся вдоль фонтанчика. Хотел сегодня и на буквы попасть, и Лафалания с Камалом, и, короче, много планов было. На самом деле уже устал немножко, с утра голодный. Центр смотреть салют я точно не пойду, потому что, в принципе, меня салютом не удивишь, как бы. Но и там потом много людей, нереально будет уехать в автобусе все-таки. В полном автобусе не хочется ехать сейчас. Поэтому сейчас, наверное, буду все-таки двигать в сторону дома, скорее всего. Ну, пока еще точно ничего не решил. Но на буквы Лафалания уже, наверное, точно не попадаю, потому что поздно уже. Хотя было такое желание сегодня. Надеюсь, что у Камала еще воскресенье будет туда. Экскурсия. Ночная Лания, воскресенье, возможно, поеду тогда. Вот так вот выглядят фонтаны. Причем темно здесь, довольно темно сейчас. И светятся реально только фонтаны, а вокруг почти такое. Ну, темно довольно. Вот интересно, как она снимает. Вот травка тут подсвечивается. Тоже интересно посмотреть. Испытания проходят. Экшн-камеры моей новой. Котейка вот в темноте на лавочке. Спит. Еле отвязался от Клеопатры, потому что она почувствовала, что я оттуда ухожу, она тоже ушла с пляжа и потом там меня встретила. Я в шоке был. Фух, думал, это она. Нет, от нее не от нее отвязался. Сейчас тут новый песик вот есть.
том году его не было в нашей компании. Теннисисты тут даже в праздничный день. Блин, называется «Скрылся от Клеопатры». И сам же на нее пришел, я офигею. Подруга, мы расстались там, хрен знает где. Ты что тут делаешь, а? Обалдеть. Ну, теперь опять надо от нее следы заметать. Мы расстались аж там, где возле фуникулера практически. И вы видите, здесь случайно на нее попал теперь. Это ж надо. Все, тут у тебя граница, ты помнишь, дальше меня провожать нельзя. Все, Клеопатра, покеда. Иди делай обход пляжа, и все, увидимся. Приеду, привезу вкусняшек. Ой, тут фонтан включили, сейчас пройдемся. Главное, чтобы она за мной не пошла, бо это будет до автобуса идти. Включались вечером все фонтанчики. И в центр хочется попасть, но честно, уже сил нет у меня. Очень интересно, как будет оно на видео, это все. По-любому будет очень-очень красиво. Так, от Клеопатры пока вроде следы замел. Надо сваливать, пока она за мной не пошла. И опять к кошачьему домику, мы второму вышли. Очень много новых котиков этого года производства рождения. Сейчас свет выключится. Хочу увидеть свою любимую царицу кошек. Она спала, сейчас там ее нету, не видно. Ладно, к ней мы еще приедем. Очень много малышей тут всех возрастов сейчас. Что это такое, скажи, не знаю. Итак, у нас 18.37, влажность 54%. Да кто-то думает, что тут все время 90%. Ничего подобного, люди. Причем влажность выше летом, чем зимой. Зимой она еще нежна, вот сейчас 54% и 27 градусов. В принципе, я думаю, что правду он показывает, 26,9, вообще 27 опять. В принципе, да, так оно где-то и есть, но очень тепло, очень комфортно, очень классно.